Наталья Бокина с детства мечтала работать кинологом. И вот на протяжении 11 лет она с радостью приходит на службу. Здесь ее ждет самый верный напарник – немецкая овчарка по кличке Амур. Вместе они стоят на страже закона и порядка в Воскресенском районе. Наверное, призвание какое-то. Вот. И работа с собакой, она очень интересна. Это не только специальные средства, как считается, не просто животные, но это еще друг, товарищ. Вот. Мы работаем не совсем с нормальным контингентом. Вот. И это является как бы таким, как сказать, психологическим, что ли, моментом. Человек, когда смотрит на собаку, которая пристально, да, за ним наблюдает, он как-то более смиреннее, что ли, становится. Но также, если при какой-то ситуации, я уверена, что он заступится, так сказать, настигнет, задержит. На первый взгляд может показаться, что профессия кинолога – это мужское дело. Эта служба требует много терпения, силы, профессионализма. Но, как известно, женщина может и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. Так что воспитать собаку прекрасному полу под силу. В основном у нас как так получилось, что служат одни девочки. Вот. Ну, коллектив у нас дружный, слаженный. Ну, вот занимаемся здесь собаками, выезжаем на преступления. Для раскрытия самое сложное – это, наверное, наладить контакт с собакой. Вот это, наверное, самое сложное, потому что все собаки со своим характером, со своим норовом, гонором тоже хотят показать, что я здесь главный. Каждая собака требует особого внимания, которое сотрудницы кинологической службы дают им в полном объеме. К тому же с четвероногими сотрудниками полиции знакомы и семьи их напарниц. У нас собака считается членом семьи. То есть собак я забираю с собой на выходные. Она живет дома в вольере. И как же в канун женского праздника без поздравлений? Кинологи Воскресенска поздравляют всех дам с 8 марта. Полина Романюк, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.